Морские вараны – одни из самых опасных хищников в своей среде обитания. На этих кадрах вы можете видеть, как два огромных варана настигли теленка и быстро расправились с ним. А тут буйволы просто стояли и наблюдали, как голодные вараны расправляются с их детенышем. Они даже не пытаются защитить, а напротив, может показаться, что они даже помогают варанам. А тут леопард выползает из кустов на дорогу и замечает пасущихся газелей. Недолго думая, она приближается к ним и атакует. Ей удалось поймать одну из них и оттащить в укромное место.